В Тбилиси митингуют. Люди требуют отставки премьера и главы МВД после полицейского рейда в ночных клубах. Акция протеста прошла перед бывшим зданием парламента. Собравшиеся утверждали, что во время силовой операции в двух ночных клубах посетителей били и унижали. Силовики искали в ночных заведениях наркотики. Один из задержанных наркодилеров был сотрудником охраны клуба. При обыске у него обнаружили наркотики для реализации, сообщает МВД Грузии. Напомню, ночью на субботу полицейские также задержали несколько десятков участников спонтанно возникшей акции протеста, но утром всех освободили.